Так а что с Папаней случилось? Его тоже забанили? Так вот. Привет. Некоторым по сегодняшнему утреннему говнотоку, типа потоку, говнотоку, все было понятно. По сабжу я овц не рад, что меня забанили, но я сразу подумал, что это к лучшему. Когда-то год назад я думал, что контент хуже уже быть не может, но ставало только хуже. И я продолжал бесконечно стримить, потому что останавливаться тупо нет смысла. Ноль смысла. Люди так сильно хотят смотреть, что даже убогие хейтеры хотят смотреть и смотрят. Я попросту не мог и не способен был отказываться от 3 бумажек, очевидно, так как это глупо. Каждый микророфл пригодится в будущем, очевидно. Даже вот сегодня утром лутанул лишних рофлов с казиныча, еще Рафлан доволен. Так, Рафлан доволен. Короче говоря, я буду отдыхать и исправлять убогий режим своей жизни, но это не значит, что я вернусь с новыми силами или с новым интересным контентом. Нет. Все будет так же, походу, или даже хуже. Контентом быть не может, гайз. У меня нет ни интереса, ни мотивации. Меня напрягает всеобщее внимание и все, что затем связано. Плюс бытие заложника аудитории, пострим, бля, то, пострим это, стрим, как я хочу и т.д. бла-бла. Я вернусь, скорее всего, чтобы собрать с вас побольше сабжа еще, выиграть в казино сколько смогу, ну и т.д. И, кстати, чтобы вы понимали, меня все равно забанят рано или поздно навсегда. Вы себе даже не представляете, за какую хуйню и насколько нынче могут банить. Ясное дело, что те же детки, которые убили дота-стримы, пуб-стримы, зафорсили частное казино, так же само стараются под каждое правило Твича кидать репорт, но не суть в этом. Не столько... Ну, суть не в... А, но не в этом суть, не столько в гнилой натуре ничтожеств, сколько в том, что многим зрителям на самом деле нравится смотреть так называемый контент, который в итоге получается по сути... По сути, например, когда читак едет в машине, кто-то в чат пишет, это я еду, Рафлан, это считай, что одобрение происходящего. Большинство получает то, что заслуживает, это правило так-то всегда везде применимо. Рофлы про скрытый пул, 0-100 уёбков, и тогда в доте равно такой в итоге контент в доте. Это я еду или ха-ха, когда читеры душат такой контент в пабге, 10 тысяч онлайн на казино равно по КД казино. То есть по факту зрители получают, что хотят. Но я уже тупо устал, и даже такой дерьмоконтент не могу вывозить. Вообще не хочется порой стримить, давно пора на заслуженный отдых. В принципе, получается, я не зря играл 10 тысяч лет в доту. Вы мне оплатили хотя бы чуть-чуть мой бывший уровень игры там. Я никогда не жалел, что стал стримером. Все равно дота когда-то закончилась, но из-за хейтеров со стрима так позже. Я жалею только, что мне тяжелее и тяжелее быть самим собой, что мне мешают уже не только хейтеры, но даже фанаты. Я не создан для публичной жизни. Я лучше всего проявляю в спокойной атмосфере сосредоточенности, чего при такой ебанутой популярности быть не может. Я не догоняю, почему некоторые люди верят, что что-либо может измениться и быть как раньше. Ничего и никогда. Это невозможно по десяткам причин. До встречи, ребята. Я включу, если это будет возможно. Но ничего не изменится. Как-то никогда это не будет возможным. Эта жизнь не для меня. Она мне неинтересна и не нужна. Я думаю, что я готов рассмотреть наконец-то предложение по завершению так называемой карьеры токера. ПС олигархи, пишите суммы, которые вы готовы выложить, чтобы я больше никогда в жизни ни секунды не стримил. Все равно пытаются бабок срать с работяг. Я не догоняю... А, ППС. При этом готов также рассмотреть предлы, при которых я перестаю стримить, но заливаю что-то в качестве водяных. ППС. Людям и адекватным донатерам с Абиславом. Удачи, разумеется, спасибо. Искренне. Блок по пиче. Когда у меня ранг 156 пикцм, у меня не очень нравится, что происходит в игре. Блять, меня нищие все русские. Ты нахуй 1200 ранка за всю жизнь, когда нахуй на пудже своих сыграл. Смотри, 600. О, если ты стоишь в кустах, так, вымоги лучше. Результат на 4К, похухай, посмотрим, как ты селишь. Блять. Ладно, это одна из тех игр, которые, ну, невозможно выиграть. Поэтому нужно просто оставаться на позитиве. Ты
Thank you, bro. Ноль восемь, один восемь, один восемь. Хорош пуч, хороший хук. Три. Хорош, парни, хорош. Терминал go top. Это мой оффлейнер. Оффлейн CM-ка. Парни, тут это, блядь, я словил типа, короче, ну похуй. Забей, я думал, что... Брат, я новую тиму собираю из неудачников, называется 1-2. Пойдешь ко мне? Хули это неудачник? Чё, охуели? А, я вот так вот умер. Ого. Мы можем забатить на меня, если вы смоки нажмете, пойдете за мной, этот тени на меня прыгнет. Только у меня в соло. А мы тени чем убьем там? У нас типа нехуй, никак не убьем мы. Лучше на краунде стоять. Там ебаный сильвер на тени, и что? Сдохнет, походу, а не. Вот здесь будет чел. На центрике можем уебнуть. Я, блядь, бегу. Недалеко. Ой, хорош. Бля, крипы сет. Блять, пары, ну это... Я там немного профалил. Так я могу жать через БКБ. Почему, малята, вы не можете брать Эмбера? Не на ласт пик. Законтрил Пэлла зато Эмбера. Красавчик. Да, поебать, парни, чините нахуй, на хре потеть. Я тоже надеюсь, что за меня Эмбера и будет друг. Удачи.